Дача. День. Люди. События. С 8 по 10 апреля выставка «Мото весна» состоится в экспоцентре на Красной Пресне. Гостей ждут мотоциклы, квадроциклы, автомобили и другая техника, лучшие кастом-мотоциклы, розыгрыши ценных призов и развлечения для всей семьи. Один билет, 5 событий. «Мото весна» в этом году объединит на одной площадке 5 мероприятий. Гости по одному билету смогут посетить выставки Motorsport Expo, Велокульт, E-Drive, быстрейшая гоночная техника, велосипеды, электротранспорт и даже яхты будут представлены совместно с разнообразными мотоциклами. Также с выставкой «Мото весна» впервые пройдет фестиваль «Ножевая культура», утилитарные ножи, коллекционные клинки и мастер-классы будут ждать настоящих ценителей. Юбилейное 15 московское Custom Ampersand Tuning Show. Лучшие мастера представят свои мотоциклы, уникальные, яркие, невероятные. В прошлом году гости увидели свыше 70 мотоциклов, существующих в единственном экземпляре. Это ключевое событие для всей кастом-индустрии России, ведь шоу является официальным этапом чемпионата мира по кастомайзингу по классификации AMT. В прошлом московское Custom Ampersand Tuning Show уже дарило миру своих чемпионов, и организаторы надеются, что так будет и впредь. Заявки на юбилейное шоу уже принимаются на сайте выставки «Мото весна». Квест от Департамента транспорта города Москвы. В рамках программы «Москва. Город для мотоциклистов» Департамент транспорта города Москвы представляет свой стенд на выставке «Мото весна» уже не первый год. Все желающие обучаются навыкам первой медицинской помощи и участвуют в других мастер-классах. В последний день выставки проходит финал квеста, победитель которого забирает главный приз – мотоцикл. Подробности по ссылке под этим роликом. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.